Всем доброго времени суток. Много компьютеров приходят на ремонт с проблемами, которые уже были мною решены на канале. Но этот случай другой. И пока я выдуваю пыль компрессором, расскажу о проблеме. В ремонте компьютер с выключением после некоторого времени работы, а также говорят, что пропадает изображение. Так как пыль была успешно удалена, разберу некоторые комплектующие для детальной очистки, и сразу попало на глаза отломанный держатель DVI разъема. Видимо, перетянули болты или задели шнур, из-за чего кабель сидел недостаточно хорошо, поэтому экран и погасал, но это всего лишь предположение. Жесткий диск с уже пропаянными контактами, поэтому они не покрываются коррозией, и все же прочищу щеткой. Термопаста на процессоре высохла, а наношу свою, которая не раз уже распаковывала в своих видеоблогах, пользуюсь ею давно, ссылку оставлю в описании. И на кулере обнаружил, что один держатель сокета сломан. Скорее всего, это и послужило причиной периодического выключения компьютера. Благо, такие держатели в запасе есть, как-то заказывал их с AliExpress, также ссылку оставлю в описании. Кстати, в труднодоступных местах пыль выдуваю насосом для воздушных шаров. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cimo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cimo d'amor. Дальше свои действия комментировать не буду, ибо не раз эти действия производил и подробно рассказывал. После того, как все собрал на место, запустил и протестировал компьютер под разными нагрузками. Никаких проблем с выключением и пропаданием изображения я не выявил. А значит, ремонт можно считать законченным, банальной заменой держателя сокета.
На этом мой видеоблог подошел к концу. Спасибо за лайк и подписку. Всем удачи и хорошего настроения.